Это Макфарланд. Фермерский городок. Ребята, что здесь работают, невидимки. Они приходят с поля и уходят в поле. Мистер Уайт, если хотите их застать, пора. Дисней представляет. Удачи. Я тренер Уайт, новый физрук. Диэс. Популярное имя у вас на родине. Уайт, популярное имя у вас на родине? Ладно, один круг, вперед. Быстрее! Знаю. Основано на реальных событиях. Кросс в Калифорнии в этом году будет первый чемпионат по кроссу. Вы в курсе, что у нас нет команды по кроссу? Да. Вы были тренером по кроссу? Нет. Может, в школе занимались? Нет. Да, идеально. Кто знает, где Дэнни? Дэнни Диэс? Нужно семеро. Да, семь бегунов, не шесть бегунов и Дэнни Диэс. Эй, ты наш якорь, Дэнни, и не потому что толстый. Хотя вообще толстоват, так что начинай худеть. Погнали. Смотрите в феврале. Главное запомни, чем меньше, тем лучше, как в гольфе. Нет у нас гольф-клуба, даже супермаркета нет. В Макфарланде есть команда? Давай, быстрее! Четвертое место не так уж плохо. Из четырех, то есть последнее. Удачи в следующий раз! Побеждает тот, кто умеет терпеть боль. Погнали, еще раз! Мистер Уайт, пока парни тренируются, они не работают. А есть мы что будем? Здесь остаются только если нет выхода. В этом городе американской мечте не место. Значит, бег твой лучший шанс. И мой. Это что? Для команды. Парням нужна форма. Вы хороший человек, я помогаю. Так, живо в душ. Скажу откровенно, у нас все шансы проиграть. Вы супер парни. С такой силой возможно что угодно. С такой душой. Покажите, как надо бегать. Скорость держи! Uno, dos, tres! Макфарланд! Скажи отцу, для меня большая честь побывать у вас дома. Пап, для него большая честь побывать у нас дома. Скажи ему спасибо. Скоро в кинотеатрах.